Всем приветики, пистолетики. Как ваши дела? Знаю, что на Украине выпал снег. Харьков, Днепропетровск, Краматорск. В общем, все, с кем общаюсь, получаю информацию о том, что выпал снег. Мы с Юлей приехали поменять наши шины, переобуться, так сказать, на зимнюю резину, потому что в Польше тоже похолодало и такой мороз. Не знаю, будет видно или нет, там вот на травке, если видно, мороз лежит. Но сзади вон колеса лежат наши. И потом, возможно, поедем в Млаву. Все-таки холодно на уличке. Юля осталась в сервисном центре, мы поехали там еще проверить машинку, чтобы все было хорошо. Вот, а я бегу, вырвалась в Бедренку, надо зайти, и в Росман. На улице очень холодно, у меня замерзли пальцы. Вот такие вот дела. 4 часа уже дня, очень темно. Ну а как мы хотели, все-таки первый месяц зимы. Как-то так. Все, я уже практически около Бедреночки. Одела сегодня свою эту парку. И хорошо, что я ее одела, потому что очень холодно. В том бы своем плащике синим я заморзла. Ребятушки, всем приветики. Не могла не похвастаться таким шикарным букетом. У меня аж голос пропал. В общем, сегодня у нас День Святого Николая. Я вас всех поздравляю с этим днем. Хотя на Украине мы его отмечали 19 числа. Но вот в Польше День Миколая 6 декабря. И сегодня по традиции дарят всем презенты какие-то, вкусняшки, сладости. Вот. Я сегодня бежала там, пыталась Юле на кровать положить подарочек, чтобы она не видела, что я к ней в комнату захожу. А мне подарили вот такой шикарный букет. Неожиданно. Ближе к вечеру. Ну, поскольку как бы вкусняшки, сладости и все, что как бы мне нужно, я и так купила, приобрела. Поэтому цветы был самый лучший для меня подарок от моего любимого. Вот, я вам желаю тоже, чтобы вас всегда радовали и дарили вам эмоции, радости, счастья, любви и романтики. Не могу, букет очень красивый, я не могу им налюбоваться даже. Всех люблю. Еще раз всех с праздником. Что там есть кохана, мучишь справиться. Подарки не заканчиваются. О боже. Что это? Это вот Миколая. 1989 год. Сота, кохана. О боже, это что? Это украшение? Это не может быть сладко. Что это? Ух ты! Это мелодия. Это подвеска.
О боже, коханый, какая она нежная. У меня камера не фокусирует. Это Цой, то, что я люблю спевать? Так, ну то я так повідаю Миколаеві. И без. Боже, спасибо, любимый мой. Я, конечно, не ожидала, что ну, цветы, как бы и конец, и хватит, а тут так столько всего. Мелодия, подвесочка, мелодия. Такой еще у меня нет. Есть сердюшка, джева. Что еще? Вязки. А теперь еще такая мелодия. Деньку в бардзамац. Кахавчи. Пришла на кухню сделать чай и сделать бутерброды. Хотела рассказать о том, что я покупаю вот такую вот консерву, туристичную консерву. Но они разные бывают. Это именно туристично, там можно выбрать любую другую. Эту мы приобретали в Бедренке. Вот, значит, здесь склад. Не знаю, видно будет, не видно. Мясо. Вебжовы 54%, вода, мясо от Зелоне, ля-ля-ля, тополя, соль, белок, соя. В общем, иногда такую штуку покупаем и делаем себе канапки. Сейчас я ее открою и покажу вам. Вот так вот она выглядит. Пахнет, ребят, ну честно скажу, очень вкусно пахнет. Может, на камере, конечно, вид не очень красивый, но мне это напоминает тушенку. Просто почему решила показать, потому что всегда хочу показать покупки наши, что мы покупаем, приобретаем. Мы все время приезжаю, быстро раскладываю все это, некогда показывать. Вот делюсь с вами тем, что я приобретаю. Пока чайник закипает, решила с вами поболтать. Вот как на разрезе она выглядит. Ну и сверху вот немножечко так есть, как желатин. Как бы не скажу, что очень-очень вкусно, но и не скажу, что плохо. Иногда можно себе позволить, тем более оно там стоит. Бывает по акции, оно вообще стоит там 3 злотых. В основном, по-моему, 5 злотых стоит. Вот. Ведь макароны, вот такие вот бантики, порвали. Варятся они 13-15 минут. У меня водичка уже закипает. Сейчас я в эту водичку добавляю немножечко растительного масла. Несколько капелек. Затем мне надо ее подсолить. Вот посолим мне чуть-чуть, убавим чуть-чуть температуру, на 7 поставим и высыпаем наши макароны. Все, теперь надо понять. Когда наши макароны отварятся, через 15 минут я солю воду и добавлю вот такой вот соус. Лович, соус, болонский, пелен, поежалич, помидоровый. Вот такой вот соус. И немножечко потом поставлю еще на плиту, чтобы у нас с этим соусом макарошки нагрелись хорошенько. Все, ждем 15 минут. Так, макарошки мои варятся. Здесь поставила вариться сосиски в коровке. Так кушать хочется, уже не дождусь, когда они отварятся. У нас уже 3 часа дня. Очень хочу кушать. Я, кстати, квасила капусточку. Очень хорошая получилась у меня капуста. Я ее запекала в духовке с белой колбасой и картошкой.
Сейчас еще положу капусточку с лучком, с маслечком. Вообще вкуснятина будет. В Лидле покупала вот такой вот рулет. Маковец, или как это называется. Он еще с изюмом. Мак божественно мягкий. Такая вкуснятина, ребята. Единственное, что мне не нравится, что здесь очень крошится шоколад. А так очень вкусно. Все. Макароны в воду слила. Добавляю вот так соус. И еще немножко прокручиваю на плите. И будем кушать. Все. Макарошки готовы. Сосиски тоже отварила. К сосискам добавила еще немного чесночного соуса. Он похож такой какой-то сырковый. Сырково-чесночный, я вам показывала его. И, конечно же, моя капусточка с лучком. Всем приятного аппетита, хорошего настроения. Па-па! У нас полным ходом идет подготовка к Новому году. Смотрите, какие у нас тут Дедушки Морозы с шишками. Снеговик. В Польше он называется болван. Разные домики. Такие разные. Дедушки Морозы, Санта-Клауса. Это конфеты были. Линдор. Очень вкусные конфеты. Такой шар. Вот свечи, шишки. Юля тут все подготовила. Будем украшать наш дом. И двор. Такие вот поделки. Не знаю, в понедельник надо поехать еще посмотреть разные украшения. Здесь много разных салфеточек таких новогодних. Ой, ой, что-то упало у меня. Все, вот у нас коробки, все подписано в коробках. Так что вот так вот, ребята. Такие ангелочки разные. Здесь уже елочка стоит в этой комнате. Маленькая такая. Снежинки. Сейчас опять упадет. Сейчас я уберу. Хотела показать здесь вот такие оленята. Красивые. Дедушки Морозы. Я еще хочу в магазине посмотреть наклейки на окна. Такие вот олени. В общем, много разных прелестей. И Барсик пришел, и Барсик пришел. Но как же без тебя тут? Без тебя никак, зая. Никак без тебя. Барсик ходит такой зачарованный, все рассматривает. Тут такие вот листочки. Борисик пришел. Такие елочки. Это все поделки. Такая елочка из шишек. Такая вот золотистая. Тут такие вот елочки разные. Шишек очень много. Игрушек. Иду, Борисик, иду. Иду, любимый. Заходи домой. Хватит гулять. Бежал. Ну и, конечно же, немножечко украсили мы ванную комнату. Выключила вспышку. Такая елочка у нас из шишки стоит, голубенькая. И вот такие вот звездочки. Просто у нас тут ванная в бело-голубом тоне. Кстати, всем привет. Давно я не показывалась. В бело-голубых тонах у нас ванная комната. Поэтому вот и решили поставить здесь такую елочку и повесить такие замечательные звездочки. Тут у нас свечи стоят. Вот так вот, ребята. Продолжаем дальше украшать.